трудящихся поместники и капиталисты говорят, рабочие и крестьяне не смогут сложить без нас. Без нас некому будет установить порядки, подключить работу, вернуть к труду. Без нас все развалится, нас все распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Такие вещи мы не запугают, не обманут рабочих и крестьян. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако создатели рабочие сумели отчленить крестьян, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, сумели создать победоносную армию. Красная армия создала невиданно твердую дисциплину. Пусть попал, а на основе сознательности, преданности, самоотвержения самих рабочих и крестьян. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнета поместников и капиталистов, от восстановления власти надо создать великую Красную армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что правильное распределение труда, что бессовестную дисциплину и преданность в труде на общую пользу они сумеют наладить сами, без поместников и против поместников, без капиталистов и против капиталистов. Трудовая дисциплина, естественная энергия в труде, готовность к самопожертвованию, тесные комиссия с рабочими, вот что спасет трудящихся навсегда от гнета поместников и капиталистов.